Toyota объявила рублевые цены на новое поколение бизнес-седана Camry. Дилеры уже принимают заказы на новинку. Экстерьер автомобиля поражает буйством дизайнерских идей. Она стала элегантной и динамичной, хотя поклонникам прежнего стиля она может показаться слишком агрессивной. Внутри Toyota Camry первое, что бросается в глаза – асимметрия центральной консоли, на которой расположился экран мультимедиа-системы, оригинальный блок микроклимата и четко очерченная волна, отделяющая водительскую зону. Дополняет интерьер трехспицевый мультируль и комбинация приборов с двумя колодцами и дисплеем бортового компьютера. В задней части расположен комфортный диван с центральным подлокотником, в который в топовых комплектациях встроен сенсорный блок управления микроклиматом, аудиосистемой и другими функциями. В России новая Toyota Camry представлена с тремя бензиновыми атмосферниками. Объемом 2 литра мощностью 150 лошадиных сил, 2,5 литра мощностью 181 лошадиная сила и новым для нашего рынка двигателем V6 объемом 3,5 литра, который достался от американской версии. Правда, ему урезали мощности до налоговыгодных 249 лошадиных сил. Первые два двигателя сочетаются с шестиступенчатым автоматом, а топовый мотор работает в паре с новым восьмиступенчатым автоматом. Цена модели стартует с отметки 1 399 000 рублей. Это на 8 тысяч рублей дешевле, чем базовая Camry предыдущего поколения, без учета скидок. Однако остальные версии подорожали. Начальная цена на максимальную комплектацию – 2 341 000 рублей. Покупателю следует учесть, что придется переплачивать за цвет. Например, доплата за черный металлик составит 21 000 рублей. Всего на российском рынке представлено 7 комплектаций. Базовая включает в себя полностью светодиодную головную оптику, электромеханический стояночный тормоз, кнопка старт-стоп, полный набор подушек безопасности, антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости, система помощи при подъеме по склону, двухзонный климат-контроль, аудиосистема, состоящая из 6 динамиков, подогрев передних сидений, сигнализация с датчиками открытия дверей и капота, а также датчик света. Как и модель предыдущей генерации, новую Camry для российского рынка производят на петербургском заводе Toyota. Кстати, здесь же будут собирать RAV4 нового поколения, который встанет на конвейер завода в следующем году. Нажмите на подсказку в правом верхнем углу экрана, чтобы посмотреть краткий обзор этого автомобиля. Дорогие друзья, обязательно напишите мне в комментарии ваше мнение об этом автомобиле. Будет очень интересно его почитать. А я с вами прощаюсь, не поленитесь поставить палец вверх под этим видео, подписывайтесь на канал, включайте колокольчик. Всего вам доброго и пока!